Так, друзья, доброго времени суток. Вот сегодня с нами будет бегать Антоха. Привет. Сейчас идем вниз, пробежечка. И потом, как обычно, турнички, брусья. Пробежали третий круг. Пошли на четвертый. Бежим так не спеша. Разговариваем. Неправильно дышим и чуть-чуть побаливает в бочку. Ну, еще круга три пробежим, да? Антоха, сможем? Конечно. Юля, сможем? Я 5. Юля, 5. 5 кругов, это 2,5 километра. Итак, я пробежала 5 кругов, это 2,5 километра. Ваня с Антохой побежали 6-й круг. Не знаю, сколько они пробегут. Может 6, может 7, может 8. В общем, смотрите, все расскажем. Пробежали мы с Антохой 6 кругов 3 километра. Юля, 5 кругов. Идем в спортивный городок, сейчас такие у нас. Собрались поехать на покатушечку с Юлькой. Оказывается, у меня колесо проколото. Достал кирец. Две дырки. А у меня нет клея. Приехали на новую почту. Сейчас должна посылочка прийти. Хорошо, что у нас мы не поехали кататься на велосипедах, потому что ветер. Сейчас посмотрите, что нам пришло в посылочке. Приехал тоже на одно из моих тоже любимых мест. Это у нас за городом. Есть такое футбольное поле на берегу. Здесь тоже есть турнички, брусья. И вот она, посылочка. Я не понимаю, зачем тут вот эти штучки? Это что такое за прикол? Это что-то мягче, по-моему. Так, вот он наш протеин. Зачем ты сказала? Протеин, протеин. Американский. Ванильный. 2 килограмма. Блядь, он тут только порвался. Банана. И шоколад. Чоколад. 26 килограмм. Посмотрим, будет какой-то результат или нет. Мы сегодня не пойдем, у нас сегодня день восстановления. Ваня разминается и сейчас немного позанимается. Thank you.
вот такой тренировочный день. Вы сегодня посмотрели. Сейчас еще пару вопросиков надо будет прокатиться, пару дел сделать. Заберем Марью Ивановну. Потом надо будет племянника отвезти к логопеду, забрать. И все. Домой кушать, отдыхать, восстанавливаться. Сейчас мы уже с белочком. Так что, мне кажется, мышцы будут расти лучше. Все. Всем здоровья, удачи. Всего самого-самого-самого.